Вы выпускники, студенты, преподаватели, а также просто пришедшие на наше мероприятие. Разрешите вам представить новейшую разработку лучших умов Сколково. Шутер, файтинг, аркан, симулятор, стратегия, RPG, Sims 4, Fallout Edition. А сейчас для тестирования нашей игры нам нужен один абсолютно любой первокур. Смелее, смелее, любой может стать бета-тестером. Ребята, поднимайте ваши руки, кто хочет принять участие. Давайте, ну. Ну смелее, первокурсники. Да руку поднимайте. Руку поднимайте, руку, не надо пока выходить, может нам не понравится. Влад, как ты думаешь, ну можно взять этого первокурсника? Нет, нет, он какой-то слишком уверен. Давайте поберите. Может, мы возьмем кого-нибудь из... Давай вот этого первокурсника. Какого? Ну, например, вот этого. Какой-то слишком стеснительный. Ну, мне кажется, я знаю, кто нам подходит. Давай возьмем вот этого первокурсника. Ты хочешь? Нет. Он как раз подойдет. Поднимайся на сцену. Вот так у нас есть первокурсник. Первокур, как же тебя зовут? Давайте создадим новую учетную запись. Как же будут звать нашего персонажа? Вариант первый. Нагибатор 3/7. Вариант второй. Братишка. Вариант третий. Паша 94. Братишка. Братишка, а почему вы выбрали именно Fallout? Ну, знаете, сначала я подавал на флоп, но там было как-то скучно, какие-то унылые ребята, но потом открыли какую-то дверь, отвели меня туда, там сауна, пицца... Так, ладно, стоп. А давайте узнаем, как прошло собеседование у наших первокурсников.